Привет, друзья! Сегодня я пересадила несколько растений в лечу зупон. Буду составлять свое мнение об этом субстрате. Это немецкий грунт. Он в составе имеет, читаем, пемзу, цеолит, лаву, удобрение длительного действия 6-12 месяцев, обеспечит вентиляцию корневой системы, оптимально дозирует воду, аккумулирует питательные вещества и постепенно отдает их растению. Удерживает 40% воды, имеет стойкую структуру, не изменяет свой объем, в отличие от других грунтов. Может быть использован во второй раз. Очень рыхлый, приятный грунт, мне понравился. Он, кстати, сам по себе довольно симпатично выглядит, даже на поверхности горшка. Я при пересадке ничего не добавляла, ни камушки не прикрывала. Смотрите, как выглядит в нем диаскорея. Вот рыхленький. Должен, конечно, хорошо, я думаю, себя оправдать. Даже в него посадила антуриум, решила попробовать. Читала, что некоторые в него антуриумы садят и очень довольны. Еще вот альбуку тоже посадила. В общем, буду экспериментировать и расскажу потом вам о результатах.